рада. Кассу берем! Кассу бесплатную! Подходим! Масленица обидуха. Самовар, самовар, наш красавец писаный. Мы пришли сюда с поздравлением, с пожеланием и удивлением. Вот это здорово! Без блина не масленица! Всех с праздником! Не житье, а масленица! С праздником вас! Счастья личного и здоровья! Бури отличного! Вот это здорово! Вот это здорово! Вот это здорово! Вот это да! Мы пропели вас далеко-далеко, так уж и стройника. В округе уже традиционно проходят народные гуляния, блины в первую очередь. Сразу говорю, алкоголь запрещен в продаже, или после масленицы наступает прощенное воскресенье и наступает 40-дневный пост. Мы пригласили всех, и пригласили горожан, и соседние муниципальные образования. И очень приятно сегодня на нашем празднике видеть главу Дзержинского района, главу Тагилстроевского района города Нижнетагила, главу «Зато свободный» наших соседей. Им всем большое спасибо за участие в нашем гулянии. Ой, Петя, Петя, петушок, серебристый голосок, ты скажи, с кем миленький, ночь провел бесстыдненький. Ты скажи, с кем миленький, ночь провел бесстыдненький. Приходит как-то ко мне зять на масленицу. Я его всегда в это время блинами угощаю. Угощайся, зятек, говорит теща. Тот ест, да нахваливает. Ой, какие вкусные, ой, какие масляные. Но только слишком толстые. А хозяйка еле успевает печь новые. Хороши, говорит зять, у тебя блины. Да вот только толстоваты. Я ему говорю, дорогой, ты по два-то не трескай. Так, скоро масленица. Сидят в деревне. Свекор, свекровка и невестка. Вот свекровка и говорит: все, скоро масленица, вот бы нам пол покрасить, но кисточки нет. Невестка говорит: да будет вам кисточка. Пошла тихонечко, чик, и у бороду у свекра состригла, кисточку сделала, пол покрасила, все, красота. Опять сидят, свекровка и говорит: красота, пол красивый. Но нам бы еще окна подбелить, маленечко подкрасить. Другой тоже бы надо подновить. Сноха говорит: ну в чем дело-то? Она говорит: да кисточки нету. Ну, сейчас будет. Пошла и усы, чик, и состригла у свекра. Покрасила все окна, рамы. Сидят опять. Все хорошо, красота, любуется. А сын идет и вдруг видит, сидит отец на дереве. Он говорит: отец, что случилось? Он говорит: да масленица скоро, боюсь, что нашим яйца понадобятся. Вот и спрятался от них. Мы при всем честном народе вам частушки пропоем.